Здравствуйте, друзья. Небольшая передышка на фронтах позволяет сделать небольшую паузу в работе. И я сегодня в очередной раз могу благодарить всех своих зрителей, всех тех, кто оказывает поддержку, помощь, кто пишет, потому что, ну, действительно, без вашей бы помощи ничего, вот, сохранять подобный формат работы было бы просто невозможно. И, выполняя давние обещания, я сегодня был в Рутубе. Очень плодотворно пообщались. Молодой, креативный коллектив. Ребята работают многие, многие там и живут. В общем, довольно интересные люди. Значит, договорились о том, что те, кто не внял моим просьбам писать или размещать мои видео от своего имени и пытался на Рутубе в том числе выдавать себя за меня, ну, значит, в ближайшие часы или день-два эти сайты будут уничтожены. Так что, простите, ребята, но жульничать лучше не надо. Это же будет продолжена работа в Яндекс.Зене и на других площадках. Что касается Рутуба, то я знаю, и в том числе и у меня было достаточно много нареканий на эту компанию, но она достаточно быстро меняется. Меняется коллектив, меняется работа. Сейчас в планах, ну, создание нескольких информационных проектов, в том числе рассчитанных на молодежь. Ребята там работают молодые, креативные. Фотографии, собственно говоря, из офиса вы увидите. Ну, будем считать, что Рутуб постепенно будет становиться лучше. Причем я в этом уверен, потому что отступать нам некуда. И, собственно, и руководство коллектива, и сам коллектив это прекрасно понимают. Ну, ребята действительно работают не за страх, а за совесть. А то, что у них не получается много, и не самое главное, продвижение вперед идет медленнее, чем нам хотелось бы. Ну, это факт, но, честно говоря, учитывая, сколько там работает людей и какие помещения они занимают, господа, что мы хотим? YouTube в сотни раз больше, чем эта компания. Не уделялось ей должного внимания, это факт. Но в данном случае люди, которые там работают, в этом не виноваты. Они делают то, что могут. И с каждым днем делают все лучше. Ну, а я по мере силы, думаю, вы тоже будем им помогать. На этом пока все. Еще раз большое вам спасибо за помощь и поддержку. Всего доброго. До свидания.